Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English авторов Афанасьева, Баранова, Михеева. Unit 2, часть 2, Step 8, шаг 8, Exercise 8, упражнение 8. Complete the sentences. Дополните предложения. Мы с вами уже учили, рассматривали предлоги, делали похожие. Вот, и давайте здесь посмотрим, какие example нам пример дан. Jill was at university when she was 22. Jill была в университете, когда ей было 22. И мы вставили предлог at в университете. Давайте по ходу будем читать, разбираться, переводить наши предложения. Some children say they don't want to get up early in the morning. Некоторые дети говорят, что не хотят рано вставать по утрам. Мы знаем, что вставать будет у нас get up. И вставляем сюда предлог up. Get up. What's your address? I live at 26th Apple Street. Мы знаем, что да, перед номером улицы мы ставим предлог at. Какой у вас адрес? Я живу на 26th Apple Street. 3. When are you going to leave France, Italy? Какой же мы предлог сюда вставляем? Конечно же, for. Мы с вами учили уезжать из какой-то страны в какую-то. И мы переводим, когда они собираются выезжать из Франции в Италию. To leave France for Italy. 4. He is interested in, конечно же, photography. Мы знаем выражение to be interested in, быть заинтересоваться, увлекаться чем-то. И у нас будет he is interested in photography, он интересуется фотографией. 5. Jack began to dream a medical career when he was a child. И сюда мы вставляем about, конечно, to dream about, мечтать о. Джек начал мечтать о карьере врача, когда был ребенком. About, о. 6. I think you'll visit a lot of places interest in New York. И сюда, конечно же, мы вставляем places of interest. Конечно, это достопримечательности. I think you'll visit a lot of places of interest in New York. Я думаю, вы посетите много достопримечательностей в Нью-Йорке. 7. When we go to London, we never stay hotel, we stay at, останавливаться в отеле at a hotel. When we go to London, we never stay at a hotel, we stay with our grandparents. Мы останавливаемся у наших дедушки и бабушки. Здесь у нас предлог with. Когда мы ездим в Лондон, мы никогда не останавливаемся в отеле, мы останавливаемся у наших дедушки и бабушки. 8. Sam always spends a lot of time books, newspapers and magazines. Он, конечно же. Sam always spends a lot of time on books, newspapers and magazines. Сэм всегда проводит много времени за книгами, газетами и журналами. Или можно по-другому перевести, что Сэм всегда тратит много времени на книги, газеты и журналы. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы или есть замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.